Всем привет, друзья! С вами Мумай. Сегодня супер крутой день. Сегодня вместе с вами мы заценим новый скин. Этот скин, блин, стоит довольно-таки немало, но... А, кстати, а где мой код, кстати? Почему не работает? Давайте вместе с вами мы сейчас заценим магазик Showdown Solo. Не, там для Пайпер не подходящая карта. Ну, в общем, вместе с вами заценим магазик, посмотрим, что там интересного. И еще одна очень крутая новость, это то, что Coin Shower Event... На этих выходных все, что вы зарабатываете из боев, ну, даже с учетом даблеров, как я понял, вы получите в виде голды. Это просто пипец. Это можно больше 500, мне кажется, голды за день рубить. И это довольно-таки серьезная тема. То есть за выходные можно кассик 2 накопить. Если вам не хватало на какую-то старку, то вы это на изи сделаете. И давайте посмотрим. Офигеть, сколько всего! Бесплатный боксик, а почему? А, нет, показываю, все нормально, просто здесь не показывает, я, значит, просто затупил. Окей, это бесплатно, забираем. Это у нас денежки стоят, да? Ну, можно взять, потому что, в принципе, двойная акция. Они нам пригодятся, когда мы будем копить боксики и скин. Блин, а вот еще и на Пока скин, тоже прикольная тема, не знаю... Ну, давайте сейчас возьмем Пайпер. По поводу Поко я пока не особо уверен, потому что у меня на Поко есть пират. Он тоже прикольный скин. И теперь, где же наша Пайпер? У меня такой вот Калавера есть. Калавера. А теперь есть еще и Романтик. Но теперь давайте попробуем на ней. Пусть карта не особо подходящая. Сейчас проверим VPN. VPN сразу включим. VPN включили, и теперь, ребят, погнали, попробуем собрать ключики и посмотреть. Хотя нет, давайте начнем лучше с соло ШД, потому что если мы тут возьмем, сможем взять топ-1, тогда прилетит просто целая громадина и токенов, маленьких жетончиков, и самих золотых монеток. Так, у нас тут бык рядом. Вау, атака, как я и говорил, она реально красивая. И самое крутое то, что она маскирует заряженный выстрел. То есть вы отсюда стреляете, и выстрел кажется таким же, как и обычно. То есть ты его даже не различишь. Если Старка... Так, бык вот здесь сидит, он думает, что я самый тупой. Сейчас к нему отсюда пойду, если не попадаю. И вот бык, да. Бык очень умный и просто тапает. Ладно, давайте заберем этот боксик. Сейчас нет смысла. Все тут танки, офигеть. Лови, братух. Лови. И ты тоже лови. Давайте заберем. Отлично. Отлично, у нас есть уже практически 5 банок. Вот теперь есть 5. Осталось 4 игрока, но Леон, надеюсь, у него нет ульты. Надо посмотреть, где он. Так, если бык сидит там, значит остался Кроу. Бык, иди нафиг, сиди там в углу, куда ты вышел? Ладно, если что, у нас есть крутой... Блин, я дурачок. Да. Немного забайтил меня, но ладно, он за это поплатится и отлетит в следующем. Да, он погибает. Ну, слишком агро играют. И давайте, ладно, не факт, что я смог бы здесь затащить, но в целом мы 4 взяли, топ-4. И теперь посмотрим, как она голдушка прилетает. Офигеть, блин, 32 голды, это тоже прикольно. Прикиньте, если такую тему оставят на постоянной основе, и можно будет реально нормально собирать, учитывая то, что у нас лимит 200, плюс каждые там сколько, 2 часа пополняется на 20, за сутки можно с даблером реально дофига собрать. Давайте сыграем в гемасы, и потом у нас есть еще и футбол. Ой, по поводу скина... По поводу скина я скажу, что анимация очень крутая, и то, что она маскирует, это реально крутой плюс. Нам надо карту раскрыть, и тогда повеселее все будет. Где-то здесь сидит чел с тупым ником. Но мы сейчас его проверим. Вот он вышел. И, кстати, эти баночки тоже очень прикольно выглядят, когда ты подлетаешь. Сейчас раскроем еще вот эту сторону, и все, тогда рикошет тоже будет плакать, потому что, ну, рикошет,
Может, с ульты, конечно, круто дать, но в целом ему для атаки нужна... Ему для атаки нужна какая-нибудь поверхность, от которой можно отскакивать. Так, давно не играл на Пайпер, но чтобы вы понимали, она у меня на 30-м ранге была, и мы в футбол люто рубились, просто надо все это вспоминать, и лично на турнирах я ей не играю, и поэтому, в принципе, нужда особо такая-то не нужна по ней. Все, раскидали, отлично, и тиммейты довольно-таки неплохие были, постоянно помогали. Постоянно залетали, даже Шелли, учитывая, что Шелли здесь, ну, как бы не очень, но против Прима довольно-таки достойно держалась, потому что бывают настолько глупые Шелли, что они даже не могут контроль победить тех бравлеров, которых они должны на изи сносить. Такое вот тоже очень часто бывает. И сверху чепчик такой тоже прикольный, крайне прикольный. И вот смотрите, 40 голды, просто закатку 40 голды. У меня до этого, когда я открыл бесплатный бокс, который дается раз в сутки, и то не всегда, там дали 54. Я тут закатку рубанул 40. Но если ШД затащить, то там вообще будет 64 с даблером. Если еще и попрокачивать там, если у вас есть бравлеры, которых вы не прокачали на там 20 ранг, покачайте их, ребята, потому что за те поинты, которые вы будете получать, Фрэнк, кстати, спит, да? За те поинты, которые вы будете получать, вам, ну, за левел, вам тоже будет даваться голда, поэтому, если кого-то не прокачали, то эти выходные очень подходящий вариант. И, конечно же, не забывайте, ребята, что завтра будет отбор, и я сначала не хотел делать, но потом подумал, что неважно, что там говорят европейские тиммейты, это все-таки традиция, и они не особо... Вот это эпик фейл. Вот это эпик фейл. Ладно, не суть. А не важно, что говорят там тиммейты. Тита не особо хочет, чтобы я стримил и так далее, чтобы был сфокусирован. Но не понимает, что все отборы мы и так именно с этой вещью и проходили. И стрим лично мне никак не мешает. Я просто никому не отвечаю во время каток. Ну и сворачиваю экран, чтобы не показывать наши пики. А так в остальном... Ну в остальном все как и обычно. Как всегда и было. Поэтому приходите завтра. Будем большой стрим мутить. И надеюсь на вашу поддержку. Потому что катки будут по-любому потные. Многое, конечно, решит именно сетка, что как пойдет изначально и в дальнейшем. Решает именно она. Но шансы хорошие есть, так что, ребята, обязательно надеюсь на вашу поддержку. Приходите завтра. А если этот ролик вам понравился, то закидывайте лайк. В принципе, я Пайпер прям не обожаю, там прям каждый день на ней не играю, но скинчик для вас затестил. И эти 150 гемов потратил, потому что не каждый из вас может потратить 150 гемов на скин для какой-то Пайпер. Это даже не лего, это просто эпик, да? И давайте попробуем все-таки одну затащить, чтобы заценить, что будет, если с даблером взять топ-1. Ну, понятное дело, там, по-моему, 64 должны дать голды. И это будет больше, чем мне дали за бесплатный бокс. С маленьких боксов, да, иногда падает куда меньше. А тут можно ее копить, и я по-любому все эти выходные прям буду следить, чтобы моя шкала была на, блин, сразу с двух сторон. Как же это отвлекает иногда? Давай. Лови. По-моему, словил. Да, словил. Только здесь Дэрил, по-моему. Дэрил, да, полетел. Ладно, Дэрил, спасибо за помощь. Фрэнк тут. Прима тут. Все. Стас, Гена, Дюша. Турбо. А это кто, как вы думаете? Мне кажется, это Турбо, потому что он супер буйный. На Пайпер, конечно, не самый легкий вариант для этой карты. Ладно, давайте я пока не буду тратить. Кто же здесь? А, здесь Фрэнк. Фрэнк здесь отсиживается. А, по-моему, здесь Прима был, нет? Я думал, что здесь Прима сидит. Ой, Леон, откуда? Вы шутите? Вы там вместе в кустах, что ли, сидите? Давайте поможем Нити. Она меня не крысила, хотя на изи могла завалить. Давай, достань. Еще один. Не, нифига. Ну ладно, мы сейчас его
Шарашкину контору взорвем нафиг. Давай, куда пойдешь? Все, он под дымом уже боится. Блин, он, по-моему, инвиз подрубил. Не, он пошел за Фрэнком. Окей, а где Фрэнк? Ты уверен, что он здесь? Он, по-моему, в углу сидит. А, да-да, он здесь. Вот он вышел. Живи-живи, Нита. Блин, у меня сразу Wi-Fi значок. Офигенно. Ну все, это ГГ. Конченый Wi-Fi значок. Как же он бесит в эти моменты. Я не знаю, почему иногда это сказывается так, но, возможно, это происходит потому, что кто-то подрубает ульту, и какая-то нагрузка идет сразу. Я фиг знает. Я не могу это оправдать, когда Дэрил на меня иногда катается в турнирных катках. У меня появляется Wi-Fi значок. И то же самое сейчас было с Леоном. Он только подрубил ульту, и у меня этот микрофриз. Ладно, но в любом случае 56 голды дали. Давайте посмотрим, сколько у нас уже. У нас, ну, чуток не хватает до 200. Если бы на Мистер Пи новую старку не покупал, то уже, наверное, практически было бы, уже было бы там 198-199к. В общем, как-то так, ребята, с вами был ММА, с вами был новый скинчик на Пайпер. Если вам этот ролик понравился, то обязательно закидывайте лайк и не забудьте подписаться, чтобы не забыть прийти завтра, потому что завтра будет очень жаркий, очень потный турнир. В общем, до скорого.